Наверное, каждому жильцу последнего этажа не понаслышке известна такая неприятность, как протечка кровли в многоквартирном доме. Это бич домов, которые находятся под опекой жилищно-коммунального хозяйства, и таким жильцам можно только посочувствовать. Жители дома номер 16 по Первому индустриальному переулку уже который год пытаются бороться с протекающей крышей. Я проживаю в доме 16 по улице Первого индустриального переулка, в квартире 59. А нас неоднократно заливает сверху, то есть течет крыша. Мы живем в этом доме уже 42 года. Такого у нас не было. Вот года на 4 или 5 все это протекает у нас. За комментариями мы обратились в управляющую компанию. Как оказалось, локальный ремонт крыши проводился не раз, но вот только надолго его не хватает. Локальные вот эти все работы, они не приводят к желаемому успеху. На год максимум. Потом подрывает, начинается течь. То же самое говорят и жильцы злополучного дома. Крышу нам не отказывают ремонтировать, но результатов этого ремонта нет как такового. По всему выходит, что единственный выход из сложившейся ситуации – это капитальный ремонт. Все жалобы, все вот эти заявки, естественно, зимой мы их делать не можем, а придет весна, придет тепло, когда можно будет нормально работать, все мы будем исправлять. Прошу единственное людей потерпеть чуть-чуть. А исправлять мы будем. Но самый лучший выход – это, естественно, капитальный ремонт кровли всего дома. Поэтому лучше не ждать, когда придут и все починят, а собирать документы и добиваться, чтобы многоэтажку внесли в реестр домов, требующих капитального ремонта.